Давным-давно жил старик по имени Джепетто, который любил кукол. Что, на самом деле, немного странно. Эй, Диего! Что? Что тебе? Можно тебя кое о чем спросить? А? Тоже спросила. Прекрати, я с тобой серьезно говорю. Да, что тебе надо? Ты меня любишь? Мне кажется, это вопрос-ловушка. Я серьезно, Диего, ты любишь меня? Ну, в смысле, люблю, но... типа, знаешь... Зацените. Мы с тобой постоянно рядом. Он что, серьезно? Понимаешь, о чем я? Это что, кукольный театр? Когда ты на мне женишься? Эй, вы что делаете? Погодь. Вы что делаете? Эй! У вас что, вообще стыда нет? Вы не видите? Я вас достану. Тупые ютуберы. Ты нас как назвал? Не, братан, не надо. Давай. Да брось, ты харе. Ты что сказал? Давай драться. Я тебе твои слова обратно вобью. Иди сюда, я тебе покажу. Не, брось, все нормально. Он сам себя забьет, пойдемте, парень. Старому расстроенному Джепетто не оставалось ничего, кроме как пойти домой. Идеально. Я назову тебя Пиноккио. Пиноккио? Папа! Невероятно. Нет, вероятно. Я живой. Знаешь, что это значит? У меня будет лучшее кукольное шоу в мире. Что такое кукольное? Это ты, сынок. Ты кукла. Я кукла? Да, это ты. Я нет. Да. Нет. Си. Нет. Си. Нет. Си. Нет. Си. Нет. А, слушай, Пиноккио, я тебя выстрогал прошлой ночью из бревна. Ты кукла. Красивая кукла. Папа, я настоящий мальчик. Я не кукла. Мир так не работает, Пиноккио. Чтобы быть человеком, нужно много вещей. Нужна работа, надо завести отношения. Папа, я и хочу этого. Это так не работает. Нет, работает, я покажу тебе. Нет. Я покажу тебе, что работает. Нет. Я просто сделаю это. Нет. Я скоро вернусь и докажу тебе. Пиноккио! Я скоро вернусь. Пиноккио! Пиноккио послушал Джепетто и решил найти себе отношения. Так, чем ты занимаешься? Ты знаешь про Uber? Я придумал Uber, да. Я директор Uber. Ну, короче, да. Ты вообще был раньше на свиданиях или это твое первое? Я был настолько на многих свиданиях, что я даже не могу вспомнить, на скольких именно. Я завалил так много... шлюшек. А что, ты много завалила шлюшек? Я нет. Ну и здорово, надеюсь, у нас получится того, этого. Так, ты один живешь или... Я живу с Джепетто. Джепетто? Это мой папочка. Да, он потрясный. Ты удивишься, что он может сделать своими руками из деревяшки. Невероятно. Окей. Слушай, а что делают на свиданиях? Я, кстати, просто для друг спрашиваю. Что делают, когда свидание закончится? Обычно просто целуются. А что делают? Целуются. Мой друг просто может просить показать ему, что такое поцелуй. Он такой тупой. Это когда люди губами соприкасаются. Интересно. Я-то знаю, что я такой. Я это постоянно делаю. Так, ты поцелуешь меня или... Да, конечно, без проблем. Погнали. Окей, вперед. Прости, я просто... Ща, я понял. Хорошо. Готово? 3, 2, 1. О, боже. Стой, погоди, прости меня. Черт у тебя.
Я был хорош. Папа, папа, окей, послушай. Я знаю, ты сделал меня. Но ты был прав. Я пробовал быть куклой. Я пробовал быть человеком. Отстой, бро. Не хочу больше даже повторять. Окей, я пробовал встречаться с девушкой. У меня ничего не получилось. Можно я вернусь? Я не могу на тебя злиться. Спасибо, папа. Но я был расстроен. Пока тебя не было, я сделал его. Чё как, малыш? Это кто такой? Это твой брат. Я Пиноккио. Йоу! Дошла. Ты чё, меня заменил? Ну, скорее, сделал лучше, малыш. Пиноккио не может быть черным. Да, чё, по-твоему, мексиканцем может быть? Ну чё? Я видел диснеевскую версию, там Пиноккио выглядит как Джейк Пол. Глупость какая. Ты глупость. Может, гоняешь такой Белл, там в национальном костюме попоёшь. Тебе можешь жареные курочки принести. Только не ссорьтесь, ребят. Брось, чувак, это стереотип, я не люблю жареную курицу. О, в смысле, я не люблю жареную курицу настолько сильно. Ну да, я обожаю жареную курицу. А перевод и озвучка виски. Ага.